Добрый вечер всем, дорогие друзья. У микрофона друг до студии Игрокам ТВ, и мы начинаем трансляцию ответного матча между командами Alliance и коллективом Burden United. Посмотрите на пик Alliance. Ничего ли не напоминает данный пик? Chaos Knight плюс Wisp. Эти ребята добивали трон в 2013 году, когда Na'Vi горькими слезами плакали над потерянными сотнями тысяч долларов в финале International TI3. Вот, ну теперь у нас пятый, и Alliance у нас на самом деле за бортом находится данного ивента. Надо просто... Бросили им, конечно, пару каких-то спасательных шлюпок, бросили плавать круг спасательный. Выбирайтесь, ребята, если сможете. Пока что вроде неплохо Alliance идут. Первую игру, первое противостояние против команды Foreigners NC Captains закончили в ничью, 1-1 сыграли. Ну и следующую катку против Burden United начали с победы. Теперь они выигрывают 1-0. Ну и Burden United должны сейчас чем-то отвечать, если они хотят где-то хотя бы на плаву находиться. Ember Spirit в пик команды Burden United. Вот она, тяжелая артиллерия. Вот кто должен против Chaos Knight у нас сражаться. Вместе с Виспом. Вообще ЦК плюс Висп, ну, согласитесь, комба дикая. Мне кажется, незаслуженно забыта на данный момент данная комбинация. Ну и сейчас вот Alliance. Почему бы ее и не вернуть? Alliance решили именно так. ЦК с Виспом, скорее всего, будут стоять, я думаю, в легкой линии. Мидлейн опять будет для Лешрака. Пайкат будет данным героем отыгрывать. В прошлый матч Пайкат триплкиллом окончил на Лешраке. Ancient Operation и еще один герой нужен. Команде Альянс нужен оффлейн. Кто это будет, сейчас узнаем. Фурион первым улетает у нас в бан. Первым просто. Burden United банят Nature's Prophet. Нафиг, говорит, надо вообще. Забирай медведя, и план Б будет у команды Альянс. Лон Друид для Адмирала Бульдога, и думать нефиг вообще. Крутой медведь, который не умирает, если умирает у нас его хозяин. Это все с аганимом, конечно же. Медведь, который может бить на любом расстоянии. Почему бы и нет? Ну и вообще, как-то соскучились мы по лондруиду. Дарксир. Дарксир от Адмирала Бульдога тоже вполне крутая комбинация. Пайкат забирает себе Лешака. Лода будет играть на ЦК. Акис, скорее всего, заберет себе Веспа и Факин Мэтт, я думаю, Ancient Operation. Адмирал Бульдог, Дарксир. Чен для Майнац. Бристл Бэк у нас. Нет, для Синг-Синга. Синг-Синг берет себе Эмбер Спирита. Некроман будет стоять на квапе. Перес будет играть на Бристл Бэке в сложной. Ну и Come With Me забирает себе Дизраптора. Адмирал Бульдог на Сире. Лода на ЦК. Пайкат на Лешраке. Ну и что тут? Не разобрались. Аки и Факин Мэтт, кто будет на ком играть. Разницы на самом деле вообще никакой. Разобрали своих героев. Не прогрузился по-прежнему у нас. Кто это? Это Come With Me. Come With Me не забрал своего... Своего кого? Кто там был? И какая разница, кто там был. Со стороны команды Alliance. Все, по героям понятно. Аки будет играть на Виспе. И Fucking Mad будет играть у нас на Ancient Operation. Burden United. Come With Me забирает Дизраптора. Sing Sing Ember Spirit. Майнац Чен. Некроман будет играть на Queen of Pain. И Перис забирает себе Бристл Бека. Что, Alliance, уже во вражеский лес. Пошли, уже готовы файтиться. Просто подойди поближе. Адмирал Бульдог ничего не вкачал. У Лоды тоже ничего не вкачано. Тизер мы видели на Виспе. Ну, Виспу и нечего, в принципе, вкачивать, кроме как тизер. Поставили варты. И часть
леса тут уже контролирует. Два прохода, вард очень даже полезный, вижена достаточно дает. Обратите внимание на вижен команды Альянс. Вот он. И вот, пожалуйста, Чен появился, Чен уже прокликали. Вот и Квапа появилась, Квапу никто не кликал, ну и видят, что Дизраптор еще сюда перемещается, уже двоих видят, а здесь трое. И Синг-Синг видит у нас Лоду, Лода готов фатиться. Некромана попытался притянуть, Некроман выскочил у нас из реалити рифта и упрыгнул на собственные позиции. Перри спросил по ХП нереальным вообще от Пайката, непонятно вообще почему, Пайкат тут и Iron Shell от Дарксира тут поиздевался немножко над Перрисом. В соло Бристлбэк стоять будет сложно. Мне кажется, что стоять против Дарксира вообще нелегко. А еще если ты один стоишь против Дарксира, так вообще жуть. Адмирал Бульдог пошел у нас уже фармить. Уже Перри здесь наполучал от Iron Shell и от Адмирала Бульдога, и от Крипа, на которого Iron Shell был брошен. Soul Ring Дарксир себе выфармит в итоге. Ну, понятная схема. Ну, здесь вар тут команды Burden United. Они блочат один из спотов. Второй, в принципе, у нас вполне себе рабочий, но далековато для Адмирала Бульдога. Синг-Синг. В это время на нижнем лайне и против триплы стоит Синг-Синг. Трипла очень даже неприятная. Ancient Operation плюс Лода вместе с Аки. Виз плюс ЦК. Это стан, это Cold Feet. All fucking Mad. Да это Chilling Touch, который... Что за звук такой мерзкий? Кто это? Mm-hmm. Аки приучается на мидлейн к Пайкату. Пайкат здесь в соло против Некромана. Пайката 4 на 1. Кстати, Некроман тут по крипам опережает своего визави. 8 на 4 у Queen of Pain и 5 на 1 для Лишрака. Чен в это время в лесу. Майнац, причем не в своем лесу. Майнац во вражеском лесу. Какой хитрющий Майнац. Пошел во вражеский лес. Занимается фармом чужих крипов. Понятно, что они нейтралы. Никто их присвоить не имеет права. Но, извините меня, надо хоть какие-то манеры иметь. Ну и Бристлбэк. В это время фармит у нас сложную линию. 14 на 0 у Бристлбэка. Адмирал Бульдог цепляет Перриса. Начинает спреем поливать Бристлбэк своего оппонента. Адмиралу Бульдогу надо давить дальше Перриса, потому что можно и просесть так по ХП. Адмирал Бульдог через Сёрдж валит отсюда. Спрашивается, что было тянуть. Тут либо ты сразу нападаешь, либо ты не нападаешь вообще. То есть напал бы сразу на Перриса и развалил бы его, раскромсал. Это не сложно было бы. Так, и ФБ у нас забирает команда Альянс. Забирает его Fucking Mad, забирает Ember Spirit, а мейн керри команды Burden United сливается в собственном лесу. В это время во вражеском лесу Майнац у нас и стал. Смотри на него, а, гордый какой. Выходит на мидлейн у нас Майнац. Пайката будут цеплять. Подстопит его Майнац 100%. Пайкат попадает у нас под стом. Некроман с хайграунда наваливает по Пайкату. По хребту просто Чен нейтралом еще и сверху немножко насыпал Test of Fate. Come with me. Пришел помочь Ember Spirit'у немножко, потому что у Синсинга будут здесь проблемы. Ну что, Альянс у нас выигрывает 1300 по голде. Более 700 по экспириенсу. По фарму на первом месте видим, что Перрис. Бристлбэк 24 на 1. Против него Адмирал Бульдог 22 на 2. Адмирал Бульдог и дальше должен так фармить. Ну и Синг-Синг сюда смещается. У Синг-Синга, кстати, адские траблы. Адские. У него половина первого левела. Только-только сейчас, может, второй заработает. Но то, что Синг-Синг у нас где-то в области дна сейчас находится, это факт.
То есть мейн керри, который еле-еле тут первый левел преодолел на 5-й минуте. Это гнобление. Ну и Адмирал Бульдог продолжает фармить. В принципе, с линии уходить ему смысла никакого. Фарм идет на ура. В это время Дизраптор разваливает Лода. Лода во вражеском лесу. И Чен убивает лишь Акаунас на мидлейне. Ну тут везде по чуть-чуть счет становится 2-2. Размен в пользу не пойми кого. Потому что к файту одному не относит Дота. Данное убийство. Лода идет с счетом 1-0. Аки уже с батлом. У Аки есть Boots of Speed. Ну и Dark Seer у нас. Soul Ring есть у него, Boots of Speed. Есть Outshield. И 650 Admiral Bulldog зарабатывает на данный момент. Ancient Operation. На данном этапе Boots of Speed есть. Есть Tango, есть Clarity. Fucking Mad на мидлейне получал немножко левел. В принципе, все. Да получался, можно отсюда смело уходить. Майнац, не стесняясь, подходит у нас на мидлейн. Сначала помогал Квапе, теперь сам в соло стоит, получает левел. Крипы у него есть, все, в принципе, у него есть. А куда у нас делась Квапа? Квапа в это время на собственной базе. У Квапы реген тайм здесь. Поймали у нас Эмбер Спирита. Некроман в это время врывается. Стена очень неплохая, на самом деле, от Адмирала Бульдога. Квапу здесь продамажило немножко, но размен один в один. Мейн керри на мейн керри. Ну, посмотрите на мейн керри Чаос Найт, у него 5-й левел. И Эмбер Спирит. А Эмбер Спирит 4-го левела. Ну, ЦК в любом случае был подороже. По нетворсу ЦК у нас не в глуши, в такой, в которой находится Эмбер Спирит на данный момент. Плюс для команды Burden United 300 голды они забрали и 170 по XP. Тут, в принципе, Эмбер Спириту хватало и Айн Шелла, который висел на ЦК. Queen of Pain. В это время еще и лишь рака у нас разваливает. Ну, всех по чуть-чуть. Майнац на лоу хп отсюда уходит. Камбу змей под ноги себе бросает. Кинетик Филд, чтобы не прошли. А Бристлбэк в это время разбирает Дарк Сира. 5 на 3 становится счет. За Дарк Сира получили 426. Все это досталось Пэрису. Ну и фарм неплохо так дается Пэрису. Такого Бристлбэка потом и ЦК попробуй останови. 3600. 3550, точнее, для Пэриса уже заработано. Есть Outshield, в принципе, есть деньги на Ring of Health. Для Бристлбека в скором времени появится Vanguard. Думаю, минуты до 10 такими темпами может получиться, если получится. А может и не получится. Всякое может быть. 8-я минута у нас сыграна. Burden United по голде выигрывает 600. По экспириенсу Burden United 2,5 опережают своих соперников. Синг-Синг, которого так сильно загнобили, сейчас уже берет почти 6-й левел. Он догоняет ЦК. По фарму ЦК 2800. 1500 Синг-Синг, но у него левел такой же, как у Лоды. И даже раньше, мне кажется, немножко 6-й появится для Синга. Нет, вряд ли. Вряд ли. Fucking Matt опять на мидлейне. Ему во что бы то ни стало надо получить Ice Blast. Адмирал Бульдог вместе с Fucking Madden на нижнем лайне. Ну, странные перемещения, конечно, что от одной команды, что от другой. Непонятно, кто где против кого бьется, кому удобнее против кого стоять. ЦК не очень удобно стоять против Бристлбека даже при помощи Аки. Потому что Бристлбека надо бить руками, а как его бить руками, если она такая колючая, эта дрянь? Эмбер Спирит приобретает себе фейсбуцы и появляются аркан-буцы для Дарксира.
Некроман уже подпушил под самый табор. Некромана 8 левел. У него есть нул талисман, есть ПТ, есть ботл. Come with me. 5 левела, 6 еще не имеет. Эмбер Спирит уже с ремнантами. И ЦК у нас уже с фантазмом. 6 только-только у Лода заработал. Ну, по-моему, вполне заслуженно проигрывает команда Alliance. Они ведут пассивный какой-то образ игры. Поэтому и отхватывает. И дальше такая же ситуация будет. Эмбер Спирит продолжает фармить, а Лода бегает непонятно зачем и непонятно чего он добивается таким вот бегом. Перис поймал у нас якобы Лоду, или Лода поймал Периса. Периса убьют. Это факт. Вот, кстати, развалят еще и Веспа. Веспа убили, Глимс пошел назад у нас. Пайката, за Пайкатом Некроман, минус Пайкат. Кам возьми в это время получает от Лоды, и Лода просто отсюда уходит. Потому что здесь уже три героя было команды Burden United. 2-1 размен. Забрали мейн-керри, но потеряли своего мидера и потеряли саппорта игроки команды Альянс. Лода возвращается на лайн. Уже прилетает к нему Висп. Лода очень вовремя приходит Висп. Если бы Висп не пришел, Лоду тут бы просто разорвало. Аки ужасно вовремя пришел. Тут повезло сильнейшим образом мейн-керри команде Альянс. Dire's top tower is under attack. $560 зарабатывает Burden United за этот файт. И по экспириенсу 1000 против 945. За Пайкатом побежал у нас Майнацу. Майнаца тут очень много крипов. Все полезные, а теперь не очень много. Два голема отвалилось у нас и Урса. В одинаковой позе уходят под землю. 1600 по золоту есть на руках у ЦК. Пока что барабаны не приобретает ЦК, хотя может уже себе позволить. У Аки 5 и 6 еще нет. Но тут Альянс немножко растерялись. Видно, что они не найдут свою игру никак. 2000 по голде и 1000 по экспириенсу уступают своим оппонентам. А в это время Bristol Back продолжает фармить. Он на втором месте по фарму. Кстати, вроде вгрызается Адмирал Бульдог у нас в Периса. А от этого Перису не холодно, не жарко. У него есть клак, у него есть дополнительный ХП. Тут и брасер, и Power Threads. И Bristol Back не сильно-то и проседает теперь. На мидлейне в это время команда Alliance. Синг-Синг перемещается тоже, кстати, пофармить на мидлейн. У него немного совсем доп барабанов. Или, по-моему, летят уже. Нет, еще не летят барабаны Синг-Сингу. Скоро будут лететь. По фарму Эмбер Спирит уже неплохо себя чувствует. Синг-Синг выходит на нормальные позиции. 39 крипов. Да, это немного, но это лучше, чем 0 крипов. До этого у Синг-Синга вообще были громаднейшие проблемы. Ну, кое-как с ними справился. Майнац привел крипов своих, сейчас будут еще и тавер забирать игроки команды Burden United. Факин Мэда до сих пор нет ульты. Сейчас должен получить. Ну-ка, ну-ка. 6 левел, да, есть у Ancient Operation, он улетает на собственный тавер, на собственный фонтан. И Ice Blast Факин Мэд никуда не пускает. Полетел Ice Blast. Полетел Ice Blast вниз на крипов. В никуда полетел Ice Blast. Ни в кого не попадает, даже не просветил, никого не зацепил. В это время Alliance собрались у нас во вражеском лесу. Может, им надоело уже тут терпеть, решили пофатиться. Лода, кстати, не так уж и плохо идет. У Лоды есть Мидас, поэтому по фарму теперь ЦК должен немного хотя бы позиции свои подровнять. Плюс это скорость атаки для ЦК вещь полезная. Если ЦК будет нормально под оверчарджем с виспом наваливать, то Мидас еще и плюс к дэмэджу даст нашему Чаоснайпу. Ульта от аппарата в Майнаца. Пытались подсловить Майнаца, Майнаца не забрали, а вот всех
зверушек его убили. В это время Дарксир у нас умирает. Умирает от дизраптора. Адмирал Бульдог во вражеском лесу подфидил. Мы всей толпой тут на него навалились. Пытались еще и манаться зацепить Альянс в мидлейне. Не удалось. Какие-то файты очень сумбурные. Или я просто концентрацию теряю. 2.5 Burden United по золоту. Будут сейчас выигрывать по экспириенсу. 2.5 тоже для бурденов. Что Лода у нас? У Лоды есть мидас, поэтому игру надо затягивать еще минут на 30. Чтобы Лода выформил все необходимое. Через 30 минут увидим мы Лоду в файтах. Посмотрим, насколько он силен. Чаус Болт в 4, Реалити Рифт в 3 и Фантазм. Лода тоже прокачал. Ну и ульту не прикасался к ней. Лода понимает, что дэмэджа немного. Это ульта... Ой, ульта. Пассивка в смысле. Она бесполезная абсолютно, потому что бить он в принципе никого не будет. Майнац со своими зверюшками и с Перисом, в частности, подходит под Т1. Т1 забрали и готовый вангвард для Периса. Что вложил в курьера стаутшилд, и курьер в готовый вангвард уже несет своему хозяину. Брист у нас на мидлейне, Брист забирает вангвард, теперь его непонятно чем и кем пробивать. У него 4-й бристлбэк, у него 4-й квиллспрей, у него 11-й левел и варпэс. В 2 вкачан, поэтому Бриста не пойми вообще, как бить. Синг-синг зафармил вообще все, что можно уже. Эмбер Спирит постепенно выходит на уровень с Адмиралом Бульдогом, который у нас, кстати, весь ранний этап-то фармил. Перис на хосте за Лодой. Где ты? Где ты, помощник Аки? Аки непонятно, что делать. Цепляется он к Лоде и увозит отсюда Лоду. И увозит очень удачно от огромной толпы. Ну и здесь просто разорвало на куски у нас Лоду, потому что ЦК глимсанули. Еще сейчас вернется Аки. Вернется и никуда тут не деться. Burden United просто наказывают Альянса. Первую игру они проиграли, вторую давят их просто, как, я не знаю, как... обычный аматорский коллектив. Здесь дизраптор, конечно, чудеса творит. Кам возьми, отыгрывает просто на ура. У него 2 ассиста, 1 убийство. Но очень важные вещи. То он убьет Дарксира, то он Лоду поможет убить вместе с Веспом. Ну и у Альянсов проблемы. Они начинаются прямо сейчас. Перри станковать может теперь все, что угодно. Эмбер Спирит уже начинает бить очень сильно. Так, Перис. Под Cold Feet. Примерзает. Перис нет. Перис не примерзает. Пайкат с плитой спроюзал и просто всем валить. Адмирала Бульдога у нас поймали. Адмирал Бульдог в кинетик-филде. Стенку даже и не поставить Адмиралу Бульдогу. Адмирал Бульдог отправляется в таверн. И Аки тоже здесь забирают. Я думаю, что это начало конца команды Alliance. Некроман. На Лоду. Да иди дерись. В чем дело? Все живы, вы не деретесь. 880 зарабатывает Бурден в этом файте и 1600 по экспириенсу. 3000 общий счет Бурденов в плюсе и 4.5 для них по экспириенсу. Мидлейн падает. Майнац реализует Чена просто на ура. У него уже готовая мека. Мека в курьере летит к Майнацу и Т2 на мидлейне падает. Привязывает Пайката. Здесь Синг-Синг немножко подстопить команду Alliance. Т2 почти спушили. Burden United выигрывает 4 с копейками, даже 5000. И тут, если бы Т2 упал, то и к 6 приблизились бы. По золоту, по экспириенсу более 5 выигрывает Burden United. И у Альянсов тут просто неразбериха. Лода драться не может. Лоду разваливают достаточно быстро. Лода 9 левела. Против него Бристлбэк почти 13. Как Лоде драться, объясните мне. Квапа 11. Так, выход у нас на мидлейн. Смотрим, что с Перисом здесь будет. Ульта пошла в Периса. На 4 секунды стан. Ну, так-то убивать можно. На Sonic Wave на дорожку. Возвращает у нас еще и Пайката. Fucking Mad на лоу хп. Пайката забирают. И Fucking Mad тут даже. Я думаю, через секунду будет блинк. Просто с руки забирает fucking Мэда Некроман.
Трипл килл от Queen of Pain в этом файте. Эмбер Спирита потеряли. Потеряли Бристл Бэк. Это дорого, конечно. Но при этом можно бы и драться. Луда, кстати, забирает у нас еще и Дизраптора. 3 в 3 заканчивается драка. Ну, альянсы здесь я думаю, что немножко исправили положение вещей. До этого вообще все было печально. А тут 3 в 3 все на руку альянсам. Размены по экспириенсу и по голде немного отыграли. Но это так, чуть-чуть. По голде к 3 движутся графики в пользу Burden United. По экспириенсу менее 5 для Бурдена. Сатир у нас. Куча големов. Есть, а также тролль для Чена. То есть и цепляй, и задувай шоквейвом. И Перис, если что, любого тут очень быстро. Любому отобьет желание прикасаться к крипам Чена. Ну, неплохо так надамажили. Посмотрите на количество хп Тауэра. Тауэра 7 хп, Чен забирает Тауэр. Перис дэмэджа много в себя впитал, но при этом живой. Попадает Айс Бласт по обморожен у нас. Бристл Бэк, но пока что живет еще. Т2 забрали игроки команды Burden United, и это главный плюс для них. Burden United перемещаются на топ-лейн. Им надо пушить товара, потому что у них есть Чен. И все, и тут других доводов и быть не может. Подходит у нас Лода под Айншеллом. На всех зверушек Чена. Майнаца ловят, Майнаца притягивают. Стягивает всех Адмирал Бульдог. Какая поздняя стенка от Адмирала Бульдога. Какая крутая стяжка и поздняя стенка от Бульдога. И пошел развал по команде Alliance. Или наоборот, пока что ничего не понятно. Эмбер Спирита убили и потеряли fucking mad игроки команды Alliance. На лоу хп Адмирал Бульдог, Лода на лоу хп. Ну, Аки его вроде как подсейвит. Может, в данной ситуации. Ну и ЦК у нас, если что, уже с армлетом. Ну и постепенно Лода больше всех начинает фармить в своей команде. Лода 8600 имеет, 9300 у Некромана. На Queen of Pain. Ну и гонят у нас, даже Перриса гонят. 22-я минута, как будто уже сутки играют ребята. 16-8 счет. Burden United здесь в файте должны были потерять денег. Все-таки Ember Spirit, все-таки main carry. Хотя посмотрите на этого main carry, он пятый с конца по количеству денег. Что, давайте по артефактам пробежимся. 22 минуты сыграно, посмотрим, может, что полезное появилось у одной или у другой команды. Висп у нас бегает с Urn of Shadows, Bottle, ничего полезного вообще у Виспа нет. С другой стороны, Urn of Shadows почему бы и нет. Достаточно полезная штука. Fucking Mad, который только что слился, перебитает себе Ogre Club, готовится выйти в Аганим, может и не выйти к концу игры. У Лишрака. Так, поймали у нас и очень быстро справились с Ember Spirit'ом. Здесь он и остался, Эмбер Спириту деваться было некуда. Лишак забирает этот фраг. У Эмбер Спирита готовится выход в Battle Fury, у него есть Drama of Endurance, Face Boots и для Эмбера. Команда Burden United, в свою очередь, Bristol Back. Приобретает себе БКБ, есть у него Vanguard. Для Дизраптора Glimmer Cape и Аркан Бутсы. Эмбер Спирита видели, Чен с Мекой, с Аркан Бутсами и, наверное, выходит в Аганим, скорее всего, он Майнац. Или, может, Guardian Grief себе состав соберет, а там потом уже будет в Аганим вылазить. Ну и Квапас с Аганим с Септром. Есть Ultimate Orb для Queen of Pain и 1500 золота на руках. Здесь Виспа мы видели. Пайкат приобретает себе Bloodstone. Очень даже ничего. У ЦК 1600 после Армлета. Hand of Midas, Drum of Endurance. И у Клокверка. Ой, у Клокверка. У Дарксира 2000 после Мекки и после Аркан Бутсов. Я думаю, что Адмирал Бульдог на дагер себя копит. Это было бы полезно.
Команда Burden United занимается, я смотрю, так, тимфармом. Причем в собственном лесу, не на позициях врага, а где-то по своему лесу. Синг-синг. Заработал себе денег. Например, на Perseverance. Но пока больше ничего. Battle Fury, если появится, то хотя бы минутик 30 у Синг-синга было бы неплохо. Для этого Ember Spirit'у надо хоть какое-то пространство для фарма создать. А так гоняет у нас Эмбера постоянно. 1.5.8. Куда тут вообще фармить Сингу? 8-0, кстати, идет Некромант. 4-0 Майнац. Вот это, я понимаю, показатель. Ну и Лода 4-2. Тоже достаточно неплохо. На Тавер Т2 по нижнему лайну вышла команда Burden United. Забрали его без проблем. И все, 25-я минута, 14 секунд. Внешних таверов у команды Alliance не остается. Лоду пытается здесь зацепить Перес. Перес в БКБ, серч на Лоду. Лода, в принципе, из рейнджа Бристлдека выходит. 17-9 счет на данный момент. По голде Burden United. 4000 по экспириенсу, тоже 4000 они. Со всем своим стадом выходит Чен у нас на Рошана. Сатир причем игнорирует Роху. Даже драться не собирается. Пошел драться. Теперь Урса игнорирует Роху. Пойду, говорит, проверю, что там. Лучше, конечно, проверить, потому что если команда Alliance зайдет, а она, скорее всего, зайдет в скором времени, вот-вот уже, то быть беде. Половину хп еле сняли у нас Рохи. Пайкат побежал первым. Lightning Storm у нас только по голему. Цепануть никого не получилось. Половину Рошана снесли игроки команды Burden United. Burden United готовится зайти на Роху, а не на позициях у нас на топ, на хайграунде своем, возле нижней руны. Две урсы, глиняный голем с микростаном здесь, ульта аппарата. Ну-ка, ну-ка, по троим попадает ульта аппарата, врывайся, ЦК. Почему нет? Релокейт есть у Аки, да ворвитесь, они все под ультой аппарата. Будьте плохими парнями. Нет, забирают Роху игроки команды Burden United. Alliance продолжает фармить, или черти что делать. Лода продолжает свой фарм. Он, кстати, по фарму не сильно отстает от Квапы, но прошу заметить еще раз количество убийств и смертей Квапы. 8-0 идет Квапа и 4-2 идет Лода. Поэтому видно, что Лода здесь упорством и усердием пытается догнать Квапу. Квапа же за убийство очень много денег заработала. Fucking Mad копит себе дальше на... На что? Ну, скорее всего, на Аганим. Так, релокейт от Веспа слышу. Куда? На нижний лайн. Зачем? А, просто так. Подфармить пришел сюда Лода. По фарму все просто великолепно у Лоды получается. Прям вот круть вообще. 420 уже, кстати, криты вылетают у Лоды. Фантазм второго левела, криты макс, все остальное тоже в макс. Появляется Vitality Booster для Лоды. Лода готовится к появлению Тараски. Пайкат, зачем ты здесь? Пайкат во вражеском лесу, не пойми вообще, зачем здесь. Привязывают Пайката, и Пайкат динается. Что за мув? Как это называется? Зачем здесь находиться? Какие вообще мысли были у Пайката, интересно, в этот момент? Просто пошел, отдался во вражеском лесу, подарил... Почему никому... А, задынаялся, да. 250 золота потратил сам. 12 секунд без Пайката. Ни тебе денег, ни тебе... ни тебе экспириенса. Класс. Перис уже не реагирует даже на Эншелл. У него появляется Ogre Club. Куда это ты собрался? Это вот Сенша. Вот Сенш
Зачем? Скорее всего, для... Я не знаю даже. Возможно, алебарда для лоды. Тоже вещь очень даже полезная. Да, вполне может быть. У дизраптора Ogre Club есть. Кам возьми 100% идет в Аганим. Вещь нереально крутая и полезная. Синг-синг у нас приобретает себе на 30-й минуте как раз-таки Battle Fury. Вот это я тайминг читаю. А, у Чена Point Booster после Мекки и Аркан Бутсов. Ну и в Курьере ничего для Чена не лежит. В Аганим выходит у нас Кам возьми постепенно. И у Квапы уже есть Хекс. Power Threads, Аганим Цептер, Ботл, Аегис и Хекс. Что важнее всего вообще для Квапы? Со стороны команды Alliance, Darkseer уже с Даггером, после Даггера 1800 есть у Адмирала Бульдога. Darkseer мы видели. С чем у нас? Ривер есть и есть Vitality Booster у ЦК. Уже готовится Лода выйти в Тараску. Есть также у него Drama of Endurance, есть Армлет. Ну, если много хп будет для ЦК, биться можно будет поинтереснее немножко. Пайкат на Лишраке начинает сливать свой Бладстоун. Мы уже видели это один раз, видели и второй раз. Шаг немножко тут фидить решил. 2700 для Пайката. Он, кстати, Пайкат не так ярко, как в прошлой игре выглядит. И вообще не так фармящий Лишрак должен выглядеть. Висп 1300 на руках. Клака есть больше ничего. И Ancient Operation. Staff of Wizardry и... Ogre Club для него. Еще 2000 необходимо до появления Аганима. Лоду привязывают. Лоды Фантазм. Проюзан был давным-давно. Лода отсюда валит. Серж на Лоду. Выхиливают его. И у Лоды совсем чуть-чуть остается до Тараски. Главное не слиться. Изменили у нас цены. Ривер теперь стоит 3000, а рецепт на Тараску теперь стоит 1400. Поэтому Лоди еще 200 копеек надо дофармить. Теперь уже 100. Адмирал Бульдог просто огреб здесь от Некромана, но выхиливает очень вовремя его Аки. 4 секунды стан Некроман. Покажите его ХП. Нет у Некромана ХП, хотя убежать удалось. На опережение у нас Висп. Адмирал Бульдог должен стягивать Некромана, и Некроман у нас убегает. Неудачно Висп у нас действовал. Некроман отсюда свалит. У Адмирала Бульдога, кстати, будет даггер. Стяжки, наверное, не будет, да? Не будет. Дарксер у нас улетает. Точнее, не туда немножко прыгает Адмирал Бульдог. Ну и здесь теперь ищи-не-ищи. Улетело счастье команды Alliance. Много дэмэджа влила Квапа. И можно было на самом деле на развороте разбить ей лицо. Чтобы не орало так сильно. Но не получилось у команды Alliance. По голде Burden United 5000. По экспириенсу 7000 Анину. На 33-й минуте не так уж и много. Дизраптор покупает гем. Надоело, Кам возьми весь этот вижен, который есть у команды Alliance, избавляется. Ходит и просто разваливает варды. Альянс играют в полупассивную доту. У ЦК появляется уже Heart of Tarask. Есть армлет. Хоть не выключая вообще его, когда Тараска имеется в наличии. Ну, Лода его все равно выключает. Какова цель? Следующая цель для ЦК. Я думаю, что, скорее всего, Кираса будет неплохо заходить ЦК. Или, например, Башер. Кстати, тоже крутая тема. Плюс Abyssal Blade в итоге от ЦК. Количество ударов крутое от ЦК. И скорость атаки большущая будет под оверчарджем. Поэтому почему бы Лоди не приобрести данный артефакт? Ну и не лишним, конечно же, будет Лоди приобрести БКБ. Все-таки у нас уже 35-я минута. Может быть, Лода вообще... Я не первый, кто задумался об этой схеме, чтобы БКБ покупать попозже, если позволяют жить. Просто чтобы к концу игры у тебя не было 5-секундного БКБ, когда основной дэмэдж в тебя вливается громаднейший, и фокус у тебя идет постоянно, а у тебя нет БКБ, потому что за 5 секунд успевают все
перезарядить игроки соперника и заново в тебя влить. Так, пошел у нас релокейт от Веспа вместе с ЦК на топ-лейн. Статик Шторм под ноги. Давайте посмотрим, как вы деретесь в Статик Шторме. Некромана, правда, приморозили. Факин Мэтт на лоу хп. Некроман уходит у нас за Факин Мэттом. Видит его Соник Вейв и достал бы на самом деле от Квапы. Квапа не проюзала у нас ничего. Барабаны от команды. А от кого же барабаны? Барабаны у нас от Эмбер Спирита. Эмбер Спирит просто разваливает у нас почти всю команду Alliance, хотя тут Лодна на развороте решил еще подраться. Пока что файт 2 в 0. Кстати, Альянс-то живет. И Лода у нас через армлет умудряется выживать. И дальше живет Лода. Сейчас еще развернется и будет дальше. Ну, тут армлетом уже не поиграешься, когда ты в хиксе. Некроман дело свое закончил. 2 в 1 подрались. Игроки команды Alliance потеряли только Чаус Найта, но забрали при этом Эмбер Спирита и забрали при этом Дизраптора. Ну что, Факин Мэтт до сих пор у нас без Аганима. Хотя у Факин Мэтта уже есть деньги на Point Booster. Совсем чуть-чуть осталось чуваку заработать. У Лешака есть 1600 после приобретения БКБ. Для Пайката 10-секундный по-прежнему БКБ. В файтах он его не юзал. Ну и 2000 сверху по золоту. Дарк Сир, в свою очередь, зарабатывает на Ultimate Orb. Есть уже Мека, есть Блинк Даггер, Сул Ринг и Аркан Буцы. Ultimate Orb зачем? Скорее всего, это будет Хекс от Адмирала Бульдога. Или, может быть, Линка, например, на Лоду. Чтобы, скажем, ничего. Чтобы Бристлбэк его гус сбивал. Нет. Линкин сфера тут нелепая вообще будет, поэтому не надо. У Некромана 1600 на руках после появления Sight of Vice. Даже 1700. Есть Аганим для Квапы, есть Sight of Vice, есть Гесептор, Power Threads и Bottle. Всего по чуть-чуть. У Эмбер Спирита 300, кстати, после Battle Fury. Синг-Синг наконец-то вышел на нормальные такие позиции. Да, он по-прежнему на пятом месте, по-прежнему донный якобы в общем списке. Но Эмбер Спирит уже имеет, в принципе, деньги на Кристаллис, а там пропрет, не пропрет, может, криты вообще чудесные зайдут, и Эмбер Спирит в миг развалит того же ЦК с 3000 ТХП. Ха-ха. ЦК приобретает себе Ultimate Orb. Я думаю, что здесь запахло Eye of Skadi от Лоды. Лода выходит в спину Эмбер Спириту. Полетел у нас. Ой-ой-ой-ой-ой, какая крутая анимация. Где ты? Будет ли здесь приземление? Вот она тень. На тебе кирпичом по голове. Синг-синг на 3 секунды. Притормозили его. Красиво было. Но Альянс в это время решили пойти быстренько на high ground команды Burden United. И я считаю, что решение абсолютно верное. А теперь стойте там, Рахиты, и бейте Рошана, пока вам сносят башни. Лода под Айншеллом. У Лоды есть Тараска. Лоде, в принципе, и на Тауэр-то плевать. Лода неплохо у нас регенится. У Лоды куча хп. Лода просто в щи разбивает у нас Дизраптора. Теперь с Перрисом драться. Вот здесь Лода, конечно, уже не очень-то силен. Забирает его Висп. Что тут у Лода с Фантазмом? Фантазм был проюзан. Ну, будет ли возвращаться, не будет, неизвестно. Скорее всего, не будет. Да, Лода у нас уже оставил в покое Виспа. Висп. Что? Как? Что? Почему? Даже не отреагировали на то, что Висп вернется. Можно было с Лодой возвращаться. Вернулся бы с Лодой, разбил бы просто-напросто бараки и разлетелись бы на ТПшках. Вот смеху-то было бы.
Команда Burden United все-таки решила добить Рошана. Ну так, в это время команда Alliance все-таки добьет у нас, я думаю, топ-лейн команды Burden United. И как же тяжело дается Рошан Бердена. Так это Рошан, это даже не третий Рошан. Это такой себе Рошан. Какой-то из. Не врывается, правда, никуда у нас команда Альянс. Роху потеряли они уже. Все. Аегис не для них. Ну и немножко совсем fucking Мэду остается. До ульта. Некроман ульт у нас fucking Мэда поймает. Но не сильно больно. Фуловый некроман, поэтому не критично. Fucking Mad. 50 копеек осталось до появления. Что Fucking Mad? Все распродал. Все абсолютно. Он продал варды, он забрал гем. Купил у кого-то там, что-то там сложно, как это гем, камвы змеи. Ну и, короче говоря, Ancient Operation уже у нас с Аганимом. И появляется второй Battle Fury для Ember Spirit'а. Нужно больше сплэша, решает Ember Spirit, его, в принципе, дело. Он как был у нас на шестом месте, так на шестом месте и остается. Рахитка. ЦК. 2400 на руках у него есть. Это все после Ultimate Арба. Я думаю, что Лода до Скади немножко тут дособирает, а потом уже файт будет от команды Alliance. В это время Darkseer. Sight of Vice есть, Soul Ring есть, Мека есть, Blink Dagger для сыра тоже имеется. Адмирал Бульдог собрался на ура просто. Так, а графики что? А графики говорят, что 2500 всего лишь выигрывает команда Burden United, а по экспириенсу 12 тысяч тоже Бурдены. По экспириенсу много, конечно, а по золоту, ну, всего ничего. Пайкат и Адмирал Бульдог. Адмирал Бульдог-то выскочит. Дарксир как? Ой, точнее, Дарксир выскочит, а как Адмирал Бульдог... как Пайкат бы выскакивал тут на Перриса. Перрис ловит ульту у нас от аппарата. Очень дерзкий аппарат теперь. Нынче. Так, где ты орешь, Квапа? Квапа здесь орет, Квапа орет на крипов. Просто чтобы поорать. Ну, тоже, в принципе, нормальная тема, когда у тебя есть аганим, тут 40-секундный КД не решает. Поэтому, разумеется, некроман может и на крипов Sonic Wave потратить, да и просто тут на деревья орать. Никто слова кривого Квапе не скажет. У Queen of Pain уже есть. После Sight of Vice появляется еще и Гёсцептр. 10-секундный БКБ для некромана. Непонятно, чем и как его цеплять теперь. У ЦК 3300 на руках. Что будет собирать Лода, пока не ясно. Ну, точнее, мне ясно, почему он до сих пор бегает с одним ультимейт-арбом и где все-таки находится его Eye of Skadi. Он вообще будет. Если у нас Лода, не знаю, в Хекс вдруг не выйдет, всех не обманет, переиграет. Или Линку, например, сам себе не купит. Этот решак был бы полнейший, по-моему. А вот Скади ничего, такая тема. Тем более для ЦК, которому статы нужны и будут совсем не бесполезны. Ну или Манта Стайл. Или Манта Стайл. Да, наверное, все-таки Манта Стайл для Лоды. Нет, Лода приобретает себе... Лода приобретает себе второй Ultimate Orb. Я забыл про Манта Стайл. Думал, сейчас на фейлю с этим Скади повыдумывал какую-то ерунду. А Лода же у нас зависим от количества иллюзий. Думал, Манта Стайл будет, а тут на тебе. Лода меня просто спасает Скади. Все-таки доту я чуть-чуть где-то понимал. Аж музыка зазвучала где-то в душе. 5000 по голде. Burden United по экспириенсу. Они выигрывают уже 15 тысяч золота. Lions wake up. Ой, по экспириенсу просто 15 тысяч, по золоту 6 тысяч. Ну, многовато, конечно. 47-я минута. И, кстати, Alliance'ам вейкапнуться немножко побыстрее, потому что там скоро у нас совсем другие ребята уже начнут играть. Я говорю о Na'Vi. Na'Vi против Hellraiser. Тут матч вообще дня.
Ancient Operation. У нас с Аганимом и пока что плюсов от Fucking Mad не было. Ну и топчутся на месте. Что одна команда, что вторая, что делают, непонятно. Ни тебе файтов, ни тебе какого-то пуша. Вообще как-то без интереса играют одни и другие. У Эмбер Спирита уже есть деньги на Кристаллис. Ну, конечно же, покупать его не будет, потому что это обязывает к файтам, а не к фарму. Скучно очень файтиться. И гораздо интереснее бить крипов, я его прекрасно понимаю. Аппарат купил у нас Аганим. Но Аганим тут просто, чтобы по лайнам раздавать ульты и не нападать всей командой. Это тоже все прекрасно понятно. ЦК у нас уже бегает с Eye of Skadi, но это тоже полезная штука для фарма. Полетел наконец-то курьер Eye of Skadi принести. Сколько здесь избыток? Ну, избыток 1000. Надо 1200 избыток. Ну, здесь свое, в принципе, лода нафармить. Хоть в лес ныряй, пачку крипов одну забери, и будет тебе деньги на байбек лода. Все, придает Eye of Skadi лоде. Burden United по голде выигрывают 7000, по экспириенсу 15, и игра замерла на одной и той же позиции, как будто время для команд бесконечно. 47-я минута у нас. У Bristol Beck'а тем временем есть Кираса, у него есть Vanguard, у него есть Engine Yash, и у него есть БКБ, правда, 7 секунд уже. У Майнаца есть Pipe of Insight, есть Аганим, Мека и Аркан Буцы, то есть следующая цель Чена, я думаю, что это... Ага, вот так вот у нас пошел хил. По кому? Пока не ясно. Синг-синг поймал у нас ульту аппарата. Ульту аппарата под Аганимом. Флеймгвард пока что спасает Синг-синга. Флеймгвард должен же закончиться, нет? Да, закончился Флеймгвард. Немножко тут хп теряет Синг-синг, но это не критично. Команда Alliance начинает пушить по топ-лейну. У Пайката есть диаболики 4 левела. Наконец-то он об этом вспомнил. Прилетает сюда Виз, Паки вместе с Лодой. Глимс юзает команда... О, Глимс, точнее, Глиф юзает команда Burden United. Лода разваливает у нас иллюзиями бараки постепенно. Майна словится у нас кучу дэмэджа. Перис наваливает по Лоде. У Лоды есть... Точнее, у Лоды нет Аегиса, и Лода здесь и остается. Минус 2 делает команда Burden United. И Пайкат здесь тоже остается. И вот такой вот файт... Вот такой вот врыв, вот так долго мялись ноги на ногу Alliance, а потом решили, что можно бы и подраться. А по факту подраться нельзя было, потому что Alliance хуже фармят. Burden United здесь перефармили, переубивали своих оппонентов и поинтереснее выглядели на своем топ-лейне. Некроман теперь заставит Лоду байбекаться. Деньги у Лоды на байбек должны быть, да, так и есть. Заставит байбекаться Лишака, и Виспа хотел бы заставить байбекаться, но Львисп у нас не будет байбекаться, потому что он бомж. Денег у него нет. Ну и Перис просто в соло заходит, просто на дурака, да, вообще? Заходит в соло на хайграунд, просто бить Т3, и никто ему не мешает. И тут уже близко у нас камбо змей, близко у нас некроман. Должны разваливать Т3, мидлейн, я думаю, что команда Burden United заберет. Если ЦК у нас сейчас не байбекается, то забирает. Адмирал Бульдог у нас. Ворвался в файт, здесь же и остался. Fucking Mad, Лода, Аки. Есть релокейт у Виспа. Правда, не врываются. Лода у нас примерз вместе со своим тиммейтом. И остается здесь. Синг-синг ловит у нас стан. Стан на 2 секунды. Ульта пошла у нас от Чена. Ну и развалят мидлейн игроки команды Burden United. Мне кажется, они додавят аликов в этой игре. Скорее всего. По голде они выигрывают 10, по экспириенсу более 20. Они могут себе позволить файтиться вообще в любой момент. И Bristol Beck у нас перемещается на нижний лайн. Здесь уже у Чена древние драконы, которые дают что-то там, дают там какие-то дополнительные штуки. Burden United заходят на нижний лайн. Т3. 50 хп, 20 хп. Еще один удар вот в катапульты, и Т3 развалится. 5 хп у Т3. Да добейте кто-нибудь его. Синг-синг решил подраться. 2 Battle Fury. Есть у него Кристаллис. Эмбер Спирит, дерись. Ну, ой, непонятная ситуация у Эмбер Спирита. У него куча дэмэджа. У него 2 Battle Fury. У него есть Кристаллис. Он бросает всю команду и убегает. И все убегают. Мид снесли Alliance. Сейчас сюда бы прилететь команде Alliance.
на релокейте Лоду туда переместить, и было бы поинтереснее немножко. Лода выходит на Рошана. Подхил идет атаки. Лода тут с включенным армлетом неплохо себя чувствует. Пайка тоже за счет диаболиков неплохо надамажил Роху. Факин Мэтт развалился. Факин Мэтта убивают, прыгает у нас папа. Соник Вейв пошел от папы по Лоде. Лода фантазм. Неплохая стенка у нас от адмирала Бульдога. Периса убили. Лода на лоу хп. Лода стоит у нас в статик шторме. Лода, кстати, кое-как тут немножко выхиливается от атаки. Да не немножко, а мощно выхиливается Лода. И забирает на лоу хп Лоду здесь Висп. Будет возвращаться Висп. Не знаю, успеет ли кто-нибудь еще подойти. Ну, нет, Виспа, скорее всего, разменяет. Вряд ли Лода будет возвращаться. Да, Виспу здесь ничего хорошего не светит. Ну и Виспа здесь забирает. Яки еще и долго, неимоверно долго жил. Ну и ульта пошла от Чена. Еще что, не ультить, в принципе. КД всего лишь 30 секунд, хоть нон-стоп вообще. По КД ульти, на всякий случай, для профилактики. В это время серьезные крипы подпушили у нас уже под Т4. Но это все корм для Эмбер Спирита. У Синг-Синга есть 5500 денег на руках. Это значит, что Синг-Синг теперь очень опасный парень. Не такой опасный, конечно, как Лода, который сливается постоянно. Чуть-чуть поопаснее. У Синг-Синга счет 3-6-13, но это потому, что он вел себя неагрессивно. Теперь Синг может с одного крита, я думаю, что команду Alliance в большей степени уничтожить самостоятельно. Да и Далус есть у Синга, еще 3600 есть по золоту. Вот криты по 493, но это по крипам. По героям помощнее будет. Дополнительный урон героям 80. И криты тебе, соответственно. Поставил сетку адмирал Бульдог. Ульта у нас от аппарата. По некроману. Стяжка по всем. Стяжка под стенку. Соник Вей пошел на сотку АП. Квапа в БКБ. Лода нарезает у нас по Синг-Сингу. И Синг выживает. Синг на лоу хп, но уходит. Очень классно сыграли Аланс. Очень круто. Если бы добить хотя бы кого-то. Добивают, правда, Квапу. Но у Квапы есть Аэгис. Если бы тут дожать, ну, было бы просто великолепно. Иди и сноси трон после этого. Они впятером могли бы разорвать своих оппонентов. Не получилось. Синга не убили. Синг живой остался. Ну и Квапа только потеряла Аэгис. По итогу этого файта никто ничего не заработал. Ну и не убили, потому что отставали на 20 тысяч по золоту, 25 тысяч по экспириенсу. Конечно, не хватает дэмэджа. Конечно, все в Burden United жирные. Потому что они заработали столько, что могут себе позволить быть жирными. И хрен ты их пробьешь. Но все, конечно, просто по гайду было. Вот Альянс стояла долго-долго, эта стенка. Стояла, бесила всех. И так Burden United, я уверен, что смотрели, типа, что вообще? Ну окей, стенка, что дальше? А дальше у нас ульта аппарата и стяжка под эту ульту, и все под стенкой. Вот здесь бы какого-нибудь Энигму вместо Лешака, или хотя бы Лешрак, дал бы нормальный стан по всем. Но Пайкат тут не по таймингу, Пайкат новенький в этой команде, он не готов к таким вот мувам. Ну что, Альянс продолжают разброты шатания. Они думают, что таким образом что-то выиграют. 20 с лишним они проигрывают по золоту, 25 по экспириенсу. Вот, ну и ситуация не в их пользу совершенно. Может быть, должен стать 6-слотовым ЦК. Может быть. Лоде еще немного надо заработать. Хотя, продавай Мидас уже, Лод. Ну, 55-я минута, имей совесть. Продавай Мидас, покупай себе Керасу. Или проюзай хотя бы Мидас и продавай Мидас. Все, провязал Мидас Лода, можно идти продавать его, он в ближайшие 100 секунд будет бесполезным. За это время уже можно было бы купить себе Керасу. Лода, делай что-нибудь. Черт побери. Лода с древним драконом здесь файтится, наплевывают по нему Бристлбэк.
Пошел на стан в Перриса. Перрис сразу же включает у нас БКБ. Стенка пошла от... стенка пошла у нас от Дарксира. Пока что файт 0 в 0. Никто никого не убивает. Чен на лоу хп. Перриса поймали. И Пайкат очень неплохо так настреливает по Перрису. Перриса отправили на собственную базу. Как я понимаю, какие команды Burden United. Файт опять закончился. Никто в никто. Никого не убила ни одна из команд. Ну и разошлись. Квапа у нас приобретает рефрешер Орпа. Лода у нас без керасы до сих пор. Байбек у Лоды отсутствует. Через 2 секунды. Секунда. Все. Байбек теперь у Лоды есть. И в избытке у него 1800. Продавай Hand of Midas. Покупай керасу, Лода. Ну, мне кажется, что Burden United просто доиграются. Вы посмотрите, они 20 тысяч выигрывали по золоту, теперь 25. Еще и 25 по экспириенсу. А слоты у ЦК не уменьшаются. Слоты только прибавляются. Когда ЦК додумается продать Hand of Midas и купить себе керасу, а не фармить и не ждать, тогда, конечно, ЦК вообще станет мощь какая-то такая будет невывозимая, которую команда Burden United просто ничем не остановит. А Чен просто там хилит нон-стоп. Чену просто весело. Чен у нас в доктора играет. На топ-лейн заходит у нас команда Альянс. ЦК без керасы. Он с байбеком, но без керасы. Лоду начинают заплевывать. Серж провязал Лода. Фантазма у него нет. Ульта аппарата в никуда. И Перрис начинает вливать по Лоде. Лода у нас... Хексе, Лоду надо сейвить. Аки должен вообще всеми правдами и неправдами сейвить Лоду. Лода на лоу хп. Вот теперь понятно, зачем тебе нужен был байбек. Хотя кераса, наверное, была бы получше. ЦК выкупается. ЦК выкупается и дальше файт. Нету, правда, у нас виспа. Выпрыгивает из игры Чен. Если бы была у кераса у ЦК, был бы шанс, что ЦК не пришлось бы байбекаться. Теперь он байбекнулся. У него ни кераса, ни шансов драться. Ну, не знаю, это мое личное мнение, но, по-моему, команда Alliance свое в этой игре уже сыграла. 20 минус у них по золоту, 25 по XP. И вылетает Чен. Где Майнац находится? Он здесь находится, он в самом центре. Должен же вернуться Майнац. Ну что у нас, какие... Так, а ну-ка дальше куда-то. Эта стена с ума сводит вообще своим звуком. И героев хочется посмотреть, и стенку не хочется слушать. Что нас ожидает вообще, когда вернется у нас Майнац, и игра отожмется от паузы? Нас ожидает ЦК без керасы. Лода должен врываться. И, в принципе, стяж под стяжку сюда бы кого-то от Сыра. Но у Сыра нет байбека, насколько я понимаю. Нет, есть байбек у Адмирала Бульдога. Байбек надо делать, потому что если не делать байбек, то это третья сторона упала. Упала третья сторона, и дефать против мега-крипов нечем команде Alliance. У них нет ничего интересного. Например. Ну, например, медузы, например, каких-нибудь антимагов, сплэша. Никакого у ЦК. На просто стоять каждого крипа индивидуально тыкать мечиком, ЦК с ума просто сойдет. Да, ребят, следующий матч у нас Na'Vi против команды Hellraisers. Будет это вот-вот по расписанию. Они должны были начать в 20.00, но, как понимаете, игры затянулись. Ну, то есть все... Все откладывается до завершения данного матча. Сек. Да, 20-30 на ВХР. Все правильно. Ну, короче говоря, значит, ничего еще не переносится. Все нормально. Идем по графику, идем по расписанию. Так что альянсы могут еще и водички пойти попить 15 минут. А потом и сольют эту катку. Что вполне... Может быть.
как объяснить, что здесь вообще происходит? Так, а ну-ка, внимание, как думаете, чьи это шары и что это вообще? Ну так, со стороны послушать, конечно, жутковатый вопрос, но что это такое в воздухе у нас витает? Что это за шарики? И вон, вижу, такие же. Это осколки, как я понимаю. Мне нравится эта нелепость в доте, когда на паузе у нас стоит матч, и все игроки замерли в неестественных для них позах, очень неудобных. И да, это все похоже на паузу. Понятно, что игру остановили, и стоят, и моргают. Ну, то есть падают, например, и там в падении их остановили, а они стоят и моргают. Да, вот пошла моргать Квапа. Все, вернулся Майнац. Наконец-то вернулся Майнац. Ну и смотрим, что будет с командой Alliance. Будет ли байбекаться здесь Адмирал Бульдог или все-таки будут отдавать сторону? Я думаю, что байбек просто обязателен здесь. Невозможно не байбекнуться. Это будет нелепица полнейшая. Пайкат, мне кажется, уже приплыл. Тут Майнац, правда, на передовой, а не Перис. Фух. Готовы. Поехали. Пошла жара в хату. Ну что, Пайката ловят и постепенно разваливают у нас линию. Линия почти что упала. Адмирал Бульдог у нас-то развалился. Мы это видели. Где Адмирал Бульдог? Это после байбека, что ли, сыр? Это после байбека умирает у нас Адмирал Бульдог. Сразу же после байбека. Как так получилось, вообще непонятно. Ну и все, минус сторона. И дефать некому, нечем и незачем уже. Теперь просто на нижний лайн перемещается Перис, это мега-крипы, и это проблема. И Лоду поймали, Лода у нас в хиксе, Лода в кинетик-филде, Аки пытается его высвапнуть, получается. А куда Аки? Забрал у нас его. Забрал его на нижний лайн. Будет Лода здесь размен тронами организовать вместе с Пайкатом. Да ну нафиг вообще. Нет глифа у команды Алайанс, поэтому здесь-то разберут тавр очень быстро. Но здесь была хорошая идея, конечно, но если бы не глиф. Поздравляем команду Burden United. Они вырывают вторую игру. Это победа реально волевая. Они додавили Alliance. Alliance очень крутой коллектив. Они фавориты своей группы. Но Burden United показали, что и фаворитов можно наказать. Причем неплохая такая комба была от команды Alliance. Был Виз плюс ЦК. Но не пошло. Не пошло вообще, причем не пошло. Ладно, поздравляем команду Burden United. Отдыхаем ближайшие 15 минут и переключаемся на матч дня, скорее всего, Na'Vi против команды Hellraisers. Na'Vi уже огребли по лицу, два раза проиграли London Conspiracy, Hellraiser играют свой первый матч и посмотрим, как там у нас с СНГ дерби смотрится, кто вообще на что претендует и кто сильнее, за кого топим, а о ком забыть пора уже. Все, услышимся через 15 минут снова в эфире. Напомню, это студия Игрокам ТВ. У микрофона друг, не забывайте подписываться на наш канал на Твиче, переходите в группу ВКонтакте по ссылкам внизу, Твиттер, Фейсбук, чуть ли не Одноклассники. Короче, куда хотите, туда заходите, везде вас, вам будем рады, везде вас ждем. Небольшая пауза и до скорой связи.